простоял больше 100 лет и сгорел за несколько минут. Объект культурного наследия полыхал сегодня в центре Иркутска. В старом доме еще жили люди, двоих детей, троих взрослых удалось спасти. Они не пострадали, а вот местной собаке потребовалась помощь ветеринаров. Существовала угроза, что огонь перекинется на ближайшее здание, однако этого удалось избежать. Что стало причиной пожара, определят эксперты.